Задание от команды КВН. Дважды два. Вперед, ребята. Друзья, каждый из вас знает, как нужно вести себя в самолетах. Но никто даже не догадывается, как вела себя сборная СГУ в поезд в самолете Москва-Владивосток по пути на Всероссийскую студвесну. Что это за цирк вообще, а? Юра Мунчан там репетирует. А это что, коллаж? Нет, это, походу, Джек Дэниелс. Пиу, 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 пиу! Пиу! А это что за существо? Не обращай внимания, студенты ПАКСа привыкают к новому названию. Слушай! Селфи, 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 селфи. Вау! Ну-ка, ребят, давайте селфанемся. Ну-ка, улыбочку, улыбочку. Все, подписывайтесь на меня в Инстаграме. Денис Ладонкин, Денис Ладонкин. Запоминайте, записывайтесь в Инстаграме. Леш, слушай, тебе не кажется, что наш номер, ну, слишком внутриковый? Давид понял, как надо петь. Да, спасибо большое, Марк Абрамович. Друзья, наша команда заметила, что в Саратове все больше стало появляться различных арт-студий, в которых проводят различные мастер-классы. Давайте перенесемся на мастер-класс эротического дэнс-шоу от Дэниела. Под аплодисменты. Привет, зайки! Привет, киски! Ваши... Я открываю школу откровенного контемпа, сокращенно шок-шок. А, знаете, что будет, если смешать касту и Стинга? Плохая песня? Нет, будет кастинг. Кастинг на мое шоу. Посмотрим, кто пробьется. Что сделает? Пробьется. Так, первый, первый, заходи, малыш. Так, покажи, что ты умеешь. Да, кисуль, ты нам подходишь, иди ко мне. Садись, падай прямо сюда. Так, следующее. А, мадам, я видел вас позавчера, вы проходите сразу. Да ладно, танцы, выход где? Наташа, я же сказал, вот там. А, да. Так, следующий. А, это что, капуэйра? Какой поэна? Где Виноградов? Виноградов на аллейке. Так, давайте следующий. А, заходи. А, парень, покажи нам секс. А, вот оно как оказывается. Ладно, ты принят. А давайте теперь главное, ребят, повторяйте за мной. Вдарим рок в этой дыре. Серьезно, наша команда играет уже пятый год, и сегодня последняя игра. И давайте вспомним, какими мы были на первом курсе. Давайте присядем.
ребята, я совсем с первого курса за 5 лет не изменился. А на меня посмотри, совсем другой человек. Никит, а ты на этом фото где вообще? Да я в тот год на острове жил. А, ну в принципе как и сейчас. Ну да, ну да. А Федя красивый, в шапке. Ну а без шапки, ну так все вроде. А посмотрите, какой я был, да? Светлый, русский. Худой, маленький. А, хорошо, что ввели, все-таки разрешили операции по смене нации. А может и не к лучшему. А может и не к лучшему. Дорогие друзья, за эти 5 лет нам бы хотелось сказать большое спасибо ребятам, которые были с нами. Никита Крысичков, Вадим Калашников, Денис Качанов, Федя Хороводов, Дима Кур, Паша Андрюков. Спасибо большое, что помогали нам на протяжении всех этих лет. Наш звукач Илюха Осипов, который, если сейчас не сменит эту музыку, то мы, наверное, разревемся. Вот. Так что, пожалуйста, меняй музыку. Друзья, не забывайте нас, ведь мы вас всегда будем помнить. Раз, дважды два, помни, раз, дважды два, если ты наша братва, помни, раз, дважды два.